Баку готовится к самому престижному энергетическому мероприятию Каспийского региона. Речь идет о Бакинской энергетической неделе, которая будет проходить с 31 мая по 3 июня, объединив три значимых мероприятия под общим названием. На 28-й международной выставке «Нефть и газ Каспия», 11-й Каспийской международной выставке «Энергетика и возобновляемая энергия» и 28-м Бакинском энергетическом форуме будет представлены 326 компаний из 37 стран. Как и в прошлый раз, в этом году сотни компаний из 10 стран, от Японии до США, высокопоставленные гости, эксперты в области энергетики подтверждают свое участие в этом мероприятии, что еще раз свидетельствует о международном значении Бакинской энергетической недели. Более 30% выставочного павильона будут представлять услуги и продукцию иностранных участников. В прошлом году часть сессий, посвященных зеленой энергии, состоялась в Шуше. В этом году одна из сессий пройдет в Нахчеване. Тема сессии, посвященной столетию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, возобновляемый энергетический потенциал Нахчевана и Восточного Зангезура. Основная цель в проведении этого мероприятия – представить Нахчеван, один из замечательных уголков нашей страны. Нахчеван также является одним из регионов Азербайджана с наибольшим потенциалом в области зеленой энергии. Здесь мы должны отметить и Восточный Зангезур. В это мероприятие будут включены и культурная часть, и встречи. Как и в прошлом году, состоятся панельные обсуждения, в которых примут участие ведущие зарубежные специалисты. Создание этой платформы создает благоприятную атмосферу для нового сотрудничества и подписания соглашений. В дни Бакинской энергетической недели будут организованы бесплатные автобусные поездки от станции метро Кёроглу до Бакинского экспоцентра, где будет проходить выставка. Алирзаев, Аллахвердин Мамедов, Сабина Алиева, Новости СТВ.